Всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий Грей, и это игра Shadow Peak. Короче, это ужас, у меня тут даже себе на телефоне нашел ее описание. Атмосферный хоррор, сфокусированный на исследовании, который не держит вас за руку. Вы играете за писателя, который решает посетить загадочное место под названием Shadow Peak. Ну, это тенистый пик, наверное, чтобы собрать материал для своей новой книги о легендах. В общем, я в Steam ее купил. Она стоит сейчас со скидкой там порядка 6 с лишним долларов. И выход у нее 13 марта, то есть вчера, позавчера у нее был выход. Но она уже давно, видимо, в разработке, потому что я смотрел здесь уже и с того года обзорчики были. Давайте посмотрим, насколько это все хорошо выглядит теперь. Движок Unity. Я слышал много легенд об этом месте. Поэтому, предложив Мишель встретиться тут, я решил совместить приятное с полезным. Провести время с Мишель и собрать материалы для своей книги о мифах и легендах. Отлично. Проблема в том, что когда я рядом с Мишель, я совершенно забываю про свою работу. Еще бы. Ой. Что за говнище? Ой-ой. Эй! Это чего? А, мы очнулись, получается, здесь же, да? 85%? Ну, нет. Почему 85 сразу же? Какого лешего? Ладно, Мишель! Пойдем. Мишель! Мишель! Не буду переводить, нормально и так. Мишель! Ой! Тапочка. Чей туфля? Че это? Нажмите Е. Это рука. Сохранено. Ага, это как Фрюде Вудс. Была недавно игра, хитовая, охеренная игра от норвежцев. Такие же, только синие камни. Также можно было там сохраняться. Или они автоматически, я уже не помню, сохранялись. Что, поперли? Посмотрим немножечко. Я обзорчик сделаю, если она зайдет, если меня сейчас попугают достоверно. Достоверно попугают, я поиграю в нее обязательно. Ой, какой. У маяка есть окончание света, смотри. Оп, и все. Ну так, так неправильно, неправильно. Разработчики, вы что? Если вы, ребята, русские разработчики, сейчас... Настроек здесь нет, да, получается? Чувствительность... А, вот, чувствительность мыши, твою мать. Бежать? От кого бежать? А, бежит нормально. Не очень быстро, не очень медленно. Блять, ты чё так дышишь? Я встретил вас, и все было в отжившем сердце замерло. Ой, птицы охеревшие летают под ногами. Я вспомнил время золотое и сеть. Что это за звуки? Вот тут уже сыкотно становится. Что это, блядь? Что это за хуйня? Змея была, что ли? Да ну нет. Какая в пизду змея? Это она трещала? Хорошо. А мне никто не говорил о том, что есть здесь змеи. Вы чё? Да ладно. Пробежался и начал кашлять. Вот. Курение вред. Занимайтесь, дети, спортом, пейте теплое молочко на ночь с метком. А то видишь, дядька как бегает. Сразу чуть пробежался, все. Вот так вот себя ведет. Это плохо. Ой, так, сейчас у меня фонарь есть? Херс 2.
Кто меня там убил? Мне аж интересно. Какой-то, смотри, треск как от радиации, да, получается? И... Откройте. Это я дышу или не я дышу? Смотри, кровище. А, блядь, я отсюда хочу уйти. У меня мурашки по коже бегут, сука. Во-первых, дверь уже не работает. И это херовый. Это капец. Не, реально ссыкотно. Вот этот момент был не очень приятный. Ладно. Что-то написано. Keep out. Держись подальше, говорит. Домик. Чего? О! Очень странно. Делают вот игры русские. Делают вот игры русские. Почему-то все копируются. Я не знаю. Ну, вернее, копируют американский образ жизни. Нахуя? Вот я кроме Сталкера очень мало знаю игр. Какие еще есть игры, которые сделаны на территории Советского Союза и сделаны не под копирку? Потому что здесь вроде бы как... Ну, хер с ним, у нас таких маяков тоже нет. Ну, маяк, маяк, ладно, маяк. Море, море. Но вот таких барбекюшниц, они только-только, может быть, пару лет как появились в России. Не понял, что ты сделал сейчас. Вы чё, блядь? Реально, у меня это... Сука, голова вся уже в мурашках, блядь. Как тебя выключить нахуй? Тут все соединили. Это Библия, что ли? Silent Hill соединили. Очень похоже на Амнезию, мне кажется, чем-то. Ну, каким-то отдаленным. Какие-то кресты, смотри. Ну, это тут Джесси Пинкман варит, наверное, амфетамин. Пиздец. Газета. Известный серийный убийца был замечен в окрестностях Шэдоу. Хорошо. Блять, я ненавижу вот такие... Ну, как бы, да, оно шаблонно, но, блядь, постоянно пугает. Постоянно. Радио, мухи, стуки, пуки, дрюки. И все равно, сука, сидишь и обсираешься. Че тут у нас? О, я полностью здоров. А как ты был здоров у тебя? А чё за мухи-то? Чё такие мухи здоровые? А как я здоров, если у меня 85% здоровья было? И я ничего не делал. Только бегал. И кашлял. Кресты, кресты, кресты. Чё это? О, а тут такой обычный крест. А там чё? А тут другой. Будка собачья. А кто сделал так? Вот так. Кто так сделал, а? Тут что-то написано, нет? Да. It's trapped inside. Ловушка внутри? А я внутрь не могу попасть, слушай. А, завалена дверь, нихуя, и только заметил. Угу, прыгает? Прыгает. Хорошо. Что еще можно здесь обсмотреть? Наверное, ничего, да? Я не думаю, что сверху можно туда попасть. Костер можно зажечь? Пластмассовые стульчики, стульчики, а, стульчики тоже, смотри. Движок, ну, я не знаю, движок Unity позволяет делать физику более-менее реалистично, чтобы... А чё за там за хрень? А там чё за хрень на горе? Это я... А, смотри, а здесь я подхожу, и оно шевелится. А, нет, здесь нормально. Именно стульчики. Нормально. А стульчики почему-то вкопанные, прибитые к земле. Ладно, давайте глянем, что здесь. Ну, пока ты знаешь, пока очень даже ничего. Пока за яйца прям игра взяла, так и держит пока. И некоторым уже три момента уже было таких. Скримерка таких, скримерочка. Пока не очень страшных, но цепляет, цепляет, реально цепляет.
Я люблю атмосферные ужастики, я люблю отсутствие каких-то, ну, жутких вещей в плане тошнотворных вещей. Вот что я хотел сказать. Когда там разрывают на части, кровище течет рекой. Так, а здесь я... могу. А то я думал, уже у меня все-таки коридоры, да, существуют. Нет, можно, смотри, по камням везде ходить. Реально свободно на 100%. Куда хочешь, туда идешь, реально. Так что я люблю игрушки, где можно попугаться, именно ожидая что-то такое стрёмненькое, страшненькое, а не наблюдая там кровавые сцены каждые 5 минут или 10 минут геймплея. Нет. Хочется именно бояться неизвестного. Вот неизвестного. Если ты учишься в школе или в университете, вот ты сейчас меня смотришь, сидишь и скажешь, что ты за ебаный долбоеб? Зачем ты играешь в игры? Кусок ты говна. А мне такие комментарии пишут. Ну, мне как... Кит. Ебучка ты, кит. Ты понимаешь, что я чуть не усрался? А можно? Я могу поплавать? Ага, 100%. А плавать я не умею, да? Хорошо. Косяк. Либо, может быть, каким-то патчем исправить. Ну, может, не успели. Ну, не успели, наверное, сделать, чтобы он там тонул или не тонул, или под водой, под эффекты вот эти вот подводные. Ну, проебался. Чувак заболел, наверное, там, кто программист делает. Заболел. Не успел. Пробухал, проспал. Встречал, ехал тещу, что там с вокзала. Не успел дописать код, сохранить. Твою нахуй, мать ебать! Да ты что творишь-то? Эй, игра! Это что было, блядь? Это что, сука, было? Так главное, ты посмотри. Напугали заранее. Заранее предупредили криком, а потом появился скример. То есть я... Красавчики. Я расслабился такой, думаю, ну поорала какая-то тетка где-то. И тут херакс... Фух, реально, слушайте, прикольно. Я сейчас сравниваю свое ощущение с перепугами в игре SCP-087, по-моему, да? Когда этот симулятор в вонючей лестнице ходишь. Вот, в принципе, скримеры такие. Приколюха, приколюшечка. Так вот, я же говорю, что, наверное, программист, который именно был отвечал за воду, просто тупо не успел. А может быть, он успел? Ну так, знаешь, вот я по себе знаю. Когда сильно торопишься, что-то делаешь, вроде все сделал, отправил заказчику что-то такое, проект или, ну, готовый, или на рассмотрение. Вроде у тебя он весь хороший, готовый, красивый, а у него херня. А это почему? Да потому что не сохранил тупо. Не сохранил у себя на компьютере свой проект. Вот и дождь пошел, бледина. Не сохранил проект на компьютере и отправил заказчику. Что? Херню. Вот он, наверное, так и получилось. То есть он отправил, уехал на вокзал там куда-то, или у него там, не знаю, что-то случилось, или он просто спать лег. А на работе получили, сказали, о, там, Дитрих вон Шпильген получил, вернее, там, сделал, прислал. Все хорошо. Мы даже проверять не будем, он очень классный сотрудник у нас и всегда все делает четко. Давайте в игру выпускайте, в Steam уже ждет, уже игроки хотят обзоры делать. Да ёб твою мать, блядь, да ты чё нахуй? Я ее заметил краем глаза, вы чё? Я в ахуе вообще, блядь. Охереть. Кита убили, блядь, кто это, что это? Что это за хуйня? Киты. Я знаю, что какие-то эти ходят легенды, да, что этим, когда выбрасываются дельфины, киты, это как-то херово все реально на планете из-за этого. Из-за того, чего-то там происходит, из-за этой причины выбрасываются киты, они там с ума сходят. А может быть, просто природа, а он старый, устал жить, переел, плавать не может и выбрасывается на берег. Что это такое? Я в ахере, слышь! Короче, я так понял, в темноту вообще нельзя заходить. Блять.
А, жизнь восстанавливается, да, у меня? Ой, это хорошо. Потому что я не переживу третьего... Что-то появилось там. Охереть. Кто-то сожрал кита. Ебать. Вы чё? Да я чё вообще? Какой? Я не понимаю, зачем вот... Хорошо, я писатель, приехавший написать что-то для новой своей книги, что-то, какие-то эмоции получить. Я как бы, если бы я этим был писателем, я бы уже получил и ебашил бы с этого острова давным... А мы идем вперед. Подождем. Даже зонта нет, смотри. Идем, похуй. Просто похуй. И я даже не понимаю, есть тут кто-то живой, нет. Какая-то Мишель здесь пропащая. Блять. Ой, нет, нет, вот эта хуйня, я отвернусь. От нее нельзя убежать, да, получается? Если я сейчас останавливаюсь. Ну, пиздец, я погиб. А как от нее убегать-то? Охуеть. Хорошо. Как это... Я понял. Что у меня за предметы? Один. О. Теперь ты можешь их видеть. Ты не можешь им навредить, а вот они попробуют тебе навредить. И чё? Я хорошо их вижу, да. Что мне сделать с этим? Прыгаем. Два. Это мобила. Три. Это ничего. Четыре. Мне ничего нет, кроме мобила. Ну хорошо, я могу их видеть. Отлично. Прекрасно. Я их могу видеть. Отличненько вообще. Пошли-ка наверх, дружок. Там какая-то... Красное говно было. Чёртова аномалия сделала это со мной. Конечно. Пить, курить бросаю, и все будет прекрасно. Так, домик. Сто пудов домик. Сейчас опять скримак какой-нибудь будет. А ты понял, да? Скримеры-то разные. Морда не одна и та же. Разные морды, разные... А последний... А последняя вообще щупальца был. О, собака, значит тут хорошо все. Твою мать! Не, реально, за... Зачет вообще. Можно сохраниться вот возле камушка? Сохранено. Великолепно. Так, сначала к собаке. Может ее отвязать с собой взять? Может это будет друг-защитник? Здоров, блядь, да ты чё? А ты меня кусаешь? Нет, привет. Чё ты делаешь? Чё ты делаешь? Главное... Пошли со мной, Барбос. Ничего не делает. Ты... Он за мной идет. Он меня кусает, наверное. Какие-то... Это шахта. Чё это? Да уйди от меня! Welcome to Shadow Cave. Это пещера. Нахуй. В пещеру я не пойду. Тем более я не пойду в пещеру. По крайней мере... Да уйди ты! Ты посмотри, какая дура. Да ты уйди, сучка. Кирпичи. О! Дверь заперта. Может, я могу попасть другим путем? Слышь, есть у меня электрошок какой-нибудь? Она дура, она вот так делает и все, и больше ничего не делает. Уйди, ты посмотри, все. Разработчики, уберите нахуй эту собаку. Она вообще не... Ты че? Одеты. Она меня пугает своей непостоянностью. То лижет, то кусает. Мотыльки. О! Лезем? Не знаю. Капец. Так, что это? Коробка. О, да уйди ты, твою мать, ты мне задал. Бочка.
Так, а это... А, вот это говно я видел, да, издалека, точно. Уйди ты, едить, твою мать! Блять. Толкает меня, прикинь, с обрыва, чтобы я упал. Полезли нахуй. Все. Все, всем привет, я в доме. Я в доме, товарищи. А собака там осталась. Сейчас будет меня возбуждать своими этими. Блять. Дрочить. Так, что это такое? Три астероида, которые на самом деле могут столкнуться с землей и уничтожить все живое. Ну и ладно. Срать на них. Мы не верим Глобе. Слышь ты, заткнил. Блять, разработчики, пожалуйста, ну уберите это говно. Либо так сделайте, чтобы она не ворчала. Ну это, блядь, бегает, мешает, во-первых. О-о-о, сатанисты. Сраные сатанисты. Понятно. Понавызывают вот это говно. Тут квесты будут какие-нибудь? Надеюсь, нет. Что это? Ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук. Слышь? Who was here? Харнан? Ксапнан? Я не пойму, тут половина по-русски, половина по-английски. Кто здесь был? Ксафан. Ксефан? Ксаф? Ксафан? Собака, отвали от меня, ты заебала. Какие-то кресла, туалеты открытые. Что это за говно? Я так... О! Вызываем демонов. Ксафан, демон второго разряда, также известен как огненный демон, так как во время восстания ангелов на небесах Ксафан предложил поджечь небеса. Ну, это все... О, бляха-муха, лирика. Я этим не увлекаюсь, это я в это не верю, ни в то, ни в другое. Все по пизде. Игрушки, да, для игрушек можно. Ой-ой-ой-ой, что это? Чтобы бросить предмет? Как это? Какой предмет? Я могу это открыть, посмотреть. Да, блядь. Что это? А! Кость собаки надо кинуть, да? Блядь. Что-то звуки, а? Открывай дверь. Ой, здоров, пацаны! Где? Где? Я кто-то слышит. Пожалуйста, помогите. Я нахожусь в пещере, и моя нога сломана. А батарейки в рации почти разрядились. Соси ты хуй. Это ты злобное привидение, да? Подождите, а можно я его положу как-то? Нет, нельзя. Так, возьми фонарь. Блять, собаке надо кость кинуть, она меня заебет. Во. Да? Нет, нельзя выйти. Да ебаный рот, блять. Пусть застык, прикинь. Не, товарищи, друзья, я понимаю, что игра стоит там 6 косых. Ну, подождите, на минуточку, 6, блядь, 400 рублей, нихуя. Вы сделаете, допилите ее сначала, а потом в доступ в свой открытый выкладываете. Вы чё? Все через жопу сделано. Во. Иди, собирай свою кость. Не хочу даже там тебя видеть. Так, фонарик, 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 где фонарик? Вот фонарик. Да уйди ты. Вот фонарь, отлично, фонарь. Что тут еще есть? Блять, все начинает тормозить, сука. Алло! Нихуя никто не слышит. Что это такое? Мы провели старый ритуал по созданию одержимой куклы. Только вместо куклы мы использовали плюшевого мишку. Похоже, ничего не получилось. Охуенно, блять. О, Мишка пришел! Мишка пришел. Пойдемте к Мишке. Блять. Сыкотно. Тут что-то лежит. О, смотри. Какая-то оккультная книга. Оккультная, хуюльтная. Собака, ты меня реально достала. Мишка, отвали от меня нахуй. А, дверь открытая. О, прекрасно, пошли. Собака. Собака заебата ржака. Пошли куда-нибудь сходим со мной вместе. Сохранено. Фух, охереть. Вы уж извините за мат, но она, игра напрягает. Еще и... Как тебя отключить, дружок? А, вот так, да? А толку-то просто... Нет, толку нету. Теперь ты можешь видеть их хорошо. Собака, ты меня заебала. Своим воржаким. Собака-ворчака. Так, ну здесь получается в пещеру идти, да?
Я не хочу, мне страшно. Там же жопа. Restricted Arena. Жизнь восстанавливается. Окей. Включай фонарь. Не тот. Вот этот. Вот. Нет. А, вот три. Не, видно, видно. Жизнь восстанавливается, получается, у нас автоматом. И мы... Нам главное не... Я вот не пойму, ну, видим мы. Если она видит меня... А, может быть... Блять. Может быть, это хуйня, когда меня видит... Вот... Вернее, что я хочу... Короче... Я про то, что если она меня видит, это говно, оно сразу... Опять Мишка! Оно сразу бежит на меня, правильно? И начинает меня убивать. Кусать, кидать, еще что-нибудь там. Медведь сидит, ты посмотри, он везде. Мишка Тедди. Ну я же взял фонарь, у меня есть свет, я могу и в глаза посветить, и все. Ладно, Мишка, сейчас будет скример, смотри. Ой, ой, ой! Что это? А все? Прикольный эффект такой был, как будто лестница обрушается, прям вот так шатает. Очень неплохо. Не, неплохо, неплохо, неплохо. Играет очень даже ничего, заходит. Херово видно, конечно, но это ночь, это все так и должно быть. Ночью в пещере нихуя. Какого лиша вообще поперся за этим каким-то чуваком? Бред какой-то. Тут уже никто не живет 1000 лет, а он там застрял в пещере. Кровища тут везде. Чувак, алло, ты где? Неужели ты... Наёбывает меня. Наёбывает. Кто-то меня наёбывает. Хочет, чтобы я заблудился и умер. От потери пульса. Всё. Не знаю, давайте сейчас до первого же там скримера или чего-нибудь дойдем и на этом закончим. Это что там, вода? Кто-то, блядь! И фонарик, ты посмотри, и фонарик предатель, блядь. Хватит орать. Пошли за ней. Может, она меня куда-то ведет? Ну, сраться можно, реально. О, смотри, лестница. Я ебал. Блядь, ну это не страшно было. Это было не страшно. Кто это тут играет на пианино, на басах? Слушайте, блядь. Ух. О! Что это за говно? Сохранялка? Нет. А тут мост разрушен. Вы чё? Блядь, куда мне... А, вот так идти, да? А тут я не пройду. Ты смотри, какая жопа. Так, хорошо. Вот сюда налево надо, да? Опять кто-то... Кто-то опять. Кто-то опять сейчас будет мне... Сука. Оп! Он не прыгает, прикинь. А тут я могу плавать. Ну какого ж хуя? Там не могу, здесь могу. Что это такое? А, я могу залезть. Так, это что, сохранялка? Сохранено. Замечательно. Это что, Мишка? Блин, Мишка. Да он чертовски горячий. Мишка, конечно. Мишка мой друг, наверное. Слышь, ты что тут сидишь? Михайло Потапыч. Ебануться. Хорошая игра. Сука. Ну, страшненько, страшненько, страшненько. Да, согласен. Но на то хорроры и хорроры, чтобы обсекаться, обкакиваться и орать. Ну, так оно и есть. Я не знаю, куда я иду по наитию. То есть просто иду, куда глаза глядят. Возможно, мы сейчас найдем этого остолопа, который орал. Теперь я могу видеть духов или просто схожу с ума. Конечно, можешь видеть духов. Мы ж в игре. Бляха-муха. Я и так видел духов, блядь. Черные это что были, не духи? Ой, а как мне перейти? Туда можно перейти? А, прыгать я могу туда, да? Я прыгаю. Так, это что за говно? Синяя. Синяя хуйня. Какие-то кристаллы. Это же чужие! Ладно, давайте на этом моменте и остановимся. Череп чужих. Возможно, это как-то связано с новым фильмом Alien Covenant.
Возможно, просто совпадение, возможно, фанат разработчик и фанат чужих, серии чужих, чужой. Ставьте лайки, пожалуйста, подписывайтесь на меня, я зовут Дмитрий, и я уже запутался, как меня зовут, забыл. Мне страшно в этой пещере, помогите мне, пожалуйста, спасите меня. Подпишитесь или поставьте лайк. Пока-пока.